Всем привет, ребятки! Меня зовут Споди Дудиду, и мы играем за черного доброго квадрата, который сражается с злыми красными шариками. Вон они, ребятки! Бабам! Все, смотрите, как мы их легко побеждаем. Теперь скинем вот этот ящик. Ой, нет, как это мы попали в водичку? Как это случилось, ребятки? Я даже не знаю. Но ничего, мы сейчас-то все исправим. Берем монетку. Есть. Все монетки у нас готовы. А теперь можем еще вот этого злодея задавить. Есть. И вот так вот сюда. Хоп. Отлично. Просто замечательно, ребятки. Ну что ж, поехали дальше. У-ху! Есть. Ничего, так мы тут попрыгали. Так. Ой, а как нам теперь тут справиться? Нет, стоять, никогда ты меня не ударишь, злодей такой маленький. Так, ребятки, я для вас тут хочу некую штучку подсказать. Смотрите, если вам надо заработать достижение обратной стороны Луны, тогда вам нужно вот сюда запрыгнуть, вот так вот, и все, и оно у вас откроется. Ого, где это мы тут очутились, эх! Почти звездочка, точнее монетка была уже наша. Так, стой, тележка, стоять. Нет. Да куда ж ты уехала-то? Опять придется тебя толкать. Ну, хорошо. Так, постоим. Она как-то слишком быстро выезжает, но мы успели, ребятки. А, это всего лишь монетку успели взять. Ну да ладно. Так. Хоп-ля, готово. Так, теперь скатываем этот огромный булыжник, давай. Есть, ребятки, он двух злых шариков задавил. Ай, хотел, кстати, прыгнуть, но эта штука еще до конца не доехала. Хоп, ух ты, привет. Злодей, получай. Ой. И еще один малыш. Так, а ты что здесь забыл? Ку-ку. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Ой, нет, мы не успели. Что ж делать? Ну, почему ты так медленно идешь-то сюда? А? Получай. Все, ребятки, с ним мы тоже расправились. И теперь поехали дальше. Ой, как толкнем сейчас. Хоп. Все, эта штука уже здесь. Ай! Ой-ой-ой, он меня заметил или нет? Я что-то не понял, этот злой шарик-то. Так, еще надо монетки забирать, как-то успеть. Оп! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все нормально, все получилось. Нет! Как это мы упали в водичку? Да что ж ты будешь делать, ребятки? Так, это что за тележка? Как мне ей воспользоваться? Нет. Почему она так быстро уехала от меня? Мне, наверное, нужно успеть запрыгнуть вот так. Ай! Как это мы не допрыгнули-то, а? Что, почему? Хоп, есть. Теперь эту штуку. Бам. Так, тоже все нормально. Останется передвинуть вот этот вот огромнейший шар. Все, мы его передвинули и раздавили этого малыша. Довольно-таки неплохо. Так, теперь вот этих. И, ребятки, смотрите, у нас будет босс. Поехали. Огромный красный квадрат. Какой же это квадрат? Это же огромный красный шар, ребятки. Вы, наверное, тоже удивились. Смотрите, добрый квадрат против злого красного шарика. Так, ну мы его победим точно, ребятки. Ой, смотрите, он своих маленьких шариков подпускает, помощничков. Отстань ты от меня, злодей. Два шарика сразу? Как же мне их победить? Вот так вот, наверное. Ой! Эй, ты чего?
Да, отстань от меня. Ой, это кто такие? Какие-то супер помощники твои. Нет, как ему это удалось, ребята? Так, сначала первый. Теперь сейчас будут два шарика. Хоп. Раз и второго тоже. Опля. Есть. Неплохо так получается у нас. Так, теперь вот эти злодеи. Ну, мы с ними легко, надеюсь, справимся. Так, давай, прыгай, шарик. Смотрите, прыгает за нами злой шарик. Отстань от меня. На, держи. Ой-ой-ой-ой. Ты что хочешь-то, а? Отстань от меня, злой шарик. Все, ребятки, сейчас мы его победим. Ю-ху!